друзья, сейчас будем пробовать 56 на 2. Я не думаю, что залезть на эту штуку так сложно. У нас очередная тренировка по скейтингу. Как всегда, на нашу тренировку выпадает дождь, но дождь не помеха. Работаем в любых условиях, а вдруг тишина. Нас сегодня больше. Может, кто-нибудь из вас их видит? Есть, как еще.